All right, and second part, let's begin. Happy birthday to you, said Naughty, and gave Fat a big bottle of olive oil. Happy birthday to you, said Naughty, and gave Fat a big bottle of olive oil. Да уж, ну и подарочек. Что же происходит? Я бы, знаешь, не очень такого радовалась такого подарка. Ну, если он любит застревать. Ну да. Ну, конечно, подарок смешной. Translate. С днем рождения, сказал Naughty. Good. И дал Фэту большую бутылку с оливковым маслом. Oh, the boys laughed. But Fat was angry. He wanted to cry. But his friend said, don't be angry. It's a joke. Okay. And the boys laughed. But Fat was angry. He wanted to cry. But his friend said, don't be angry. It's a joke. Joke. Хорошо, что они пошутили. Joke. И первое слово пишем. Joke. Это что такое? Joke. Шутка. Шутка, шутить. It's a joke. Шутка, либо что делать? Шутить. Окей. Loved. Смеялись. Translate. Мальчишки засмеялись. А Фэт был злым. Окей. Он хотел плакать. Good. Но его друзья сказали, не злись, это шутка. Фу, ну ладно. Best wishes on your 9th birthday. Best wishes. Best wishes on your ninth birthday. Не 9, а 9-й день рождения. Итак, что же они ему желают? Best wishes. Чтобы ему лучшие пожелания. Best wishes. Ты, кстати, и письмо можешь подписывать. Когда кому-то пишешь, можешь подписать. Best wishes, Kitty. С наилучшими пожеланиями, Kitty. Окей. Итак, наилучшие пожелания в честь твоего девятилетия. Good. And they gave Fat a big box. And they gave Fat a big box. О, уже получше. И они дали ему большую коробку. Good. Ну, если в настоящем это give, то в прошедшем это gave. Ну, еще одна колоночка, которую мы пока не трогаем. Но мы уже три формы глагола можем почитать. Give, gave, given. Give, gave, given. Good. Если в настоящем, ну, например, тебе мама дает с собой каждый день в школу яблоко, или что она дает? Ланчбокс. Good. Mom. Gives me lunchbox. Every day.
gives me a bite, gives me a lunchbox every day. Please read. Mom gives me a lunchbox every day. Good. Present simple. Из раза в раз она тебе дает. Дает. Не давала, а дает. А теперь, если мама дала вчера ланчбокс, это будет дала уже что? Мам? Gave me a lunchbox. A lunchbox every day. No, yesterday. Yesterday. Дала, потому что yesterday. Это дает в настоящем, а это в прошедшем. Первая колонка настоящая, второе прошедшее, третью мы не пробуем. Okay, so please read three forms of the verb give. Give, gave, given. Okay, первая колонка, please read. Mom gives me a lunchbox every day. Every day, флажочек. Повторяется действие. Не забываем добавлять для he/she/it какую буковку? S. Thank you. А здесь прошедшее. Дала. А даст – это в будущем. Итак, дала. Please read. Mom gave me a large box yesterday. Good. Ну, так. Большую коробку он получает. Дальше. When Fat opened it, he saw a CD, a book about animals, and a big jar of jam. When that opened на конце opened. Okay. It he saw a CD. A book about animals and a big jar of jam. Oh, неплохо. Итак, когда он открыл ее? Когда он открыл ее, он увидел CD, диск, и книгу про животных. Окей. Okay. И большую банку с джемом. О, неплохо к пицце. Но здесь еще грамматика, и мы ребятам про нее тоже сейчас будем рассказывать, потому что open – правильный глагол, и надо только две буковки добавить. А какие ты мне скажешь? Please read. Opened. Good. Хорошо, что ты говоришь opened. Нельзя «т» говорить, надо «д-д-д-д». Good. Чтобы правильный глагол в прошедшее время перевести, надо какие две буковки добавить? Иди. Good. Это правило, поэтому эти глаголы называются правильные. Regular. Regular. А этот попался irregular. Repeat. Irregular. Неправильный. И, кстати, еще один irregular здесь. Please read. Good. Потому что он увидел в прошедшем. Не видит, а увидел. So. Мы это столько раз встречали, что даже это наизусть запомнил. А, тогда для ребят еще раз прошу наизусть. Давай. Ладно. Given. Good. Ой, sorry. Seen. Okay. Да, ребят, они не такие трудные. Их не так тяжело учить. Good, thank you. It's part two.